Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос – аппарат Совета Безопасности и функционирование Совета Безопасности в целом, председателем которого является по должности президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы функционирования Совета Безопасности. Вы об этом знаете. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета Безопасности. Хотя вроде бы мы и раньше опирались на опыт Российской Федерации, да и в Казахстане они недалеко ушли от этого. Но, тем не менее, в соответствии с нашими условиями, нам надо выстроить, а кое-где перестроить работу Совета Безопасности. Совет Безопасности должен собираться регулярно. На нем должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, что сегодня безопасность, она многосторонняя, начиная от продовольственной, в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать. Вот я думаю, за это время вы вникли в ситуацию как опытный штабист. А это фактически штаб только на самом высоком уровне. Штаб президента по обороне и безопасности. Я думаю, вы свое мнение выскажете. И в ближайшее время, по крайней мере, на следующей неделе, надо при необходимости формализовать все предложения.